Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд, австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона «Труд», Новодвинск, магазин «Меркурий». Здравствуйте, вы смотрите телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Я тут не просто о погоде рассказать пришел, я здесь для того, чтобы поднять настроение. Все эти песни, стихи, в общем, все это шоу для тебя, милый зритель, для развлечения. И от развлечений к погоде на 22 число, вторник в Архангельской области. Котлас плюс 15, сильный ветер, облачно и слабый дождь. Плесецк плюс 13, ясно, утром дождь. И даже не представляю, что сегодня нам подготовил Вельск. А нет, Вельск не сильно отличился, там плюс 17 на термометре и без осадков. Ветер умеренный. Осталось только узнать, как обстоят дела с погодой в самом Архангельске. Итак, о погоде на 22 апреля в Эй-Сити. Утром ясно, плюс 9 и слабый ветер. Днем малооблачно, дождь и сильный ветер. Температура воздуха плюс 5. К вечеру похолодает до плюс 3. На небе ясно, ветер сильный. Как видите, не очень-то тепло в Архангельске, а посему я предлагаю пригласить в дом близких и родных. Ведь в компании друзей любой вечер становится теплее. Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей. До встречи на телеканале ПС.